Ну что, вот у нас палка. Значит, здесь сзади было побито маленькими такими камешками, видимо. Задних крыльев не было у трака предыдущего, который пользовал эту палку. И ездил часто по камням, и так сзади стеночка побита была. Все это дело отшпаклевали, врезали окошко. Здесь также не было окна. Окошко сняли с моей предыдущей палки, которую... снял я со своего трака, так как она обгоревшая. Вот. Вот это, значит, побольше спалка. Она такого же размера, как спалка у меня на черном траке. Только сзади нету лопухов. То есть мы сняли лопухи. Вот так вот она будет смотреться. Значит, это будет вход с трака. И такая же дверка сбоку, через которую можно выйти в случае пожара или чего-либо. И также будет здесь отсек для инструментов. Так что вот такие вот дела. Как загрунтую, начну красить, также вам покажу. Так, вот у нас палка, значит, готова к покраске. Ну как, мы сейчас зачистим, будет готова к покраске. Задняя стенка, мы ее шпаклевали, там видно было на видео. И вырезали окошко. Здесь не было окна. Вырезали, ставили окно. Теперь будет с окном. Это загрунтовано все. Сейчас мы это дело зачистим. То есть вначале, как я уже говорил, мы будем поэтапно красить. То есть мы красим вначале верхнюю часть. По вот эту вот линию. Значит, вверх крашу. А потом вниз крашу. Я не смогу все за один раз прокрасить. Сильно большая. Также попескоструили весь этот, ну, радиаторный, вокруг радиатора. Сверху и снизу все это дело попескоструили, чтобы покрасить, чтобы все ржавенькое было. Покрасим радиатор, тоже будет готов к установке. Вот, и также зашпаклевали крылья, но не загрунтовали еще, кончился грунт. В понедельник куплю грунт, загрунтую крылья на одно и второе. Вот. И будем все это дело потихонечку красить. Так что сейчас буду готовить покраски. Так, друзья, значит, я вам покажу немного инструментов. Вот такие вот продаются, значит, пэд для машинки. Здесь уже стоит один, этот для другой я купил. Покупается такой пэд, затем продается такой мягкий пэд, видите, да, значит, он очень, ну вот он установлен, видите, он очень мягкий, так снимается, если полностью снимается, поднимается, и вот такая вот наждачка дырявая. Вообще она создана для того, чтобы вот этот пэд, допустим, для этого пылесосного аппарата, но у него пылесос нет, я не пользуюсь. И вот такая вот, значит, бумажка, 400-ка, и она клеится сюда, наоборот. Вот так. И я ее зачищаю. Вообще я не фанат мягких пэдов, потому что, ну не знаю, ровные места они немножко не работают. Ну, для Mercedes, скажем так, я не пользовал бы. Но почему я здесь пользуюсь? Потому что здесь очень много... клепок, потому что алюминиевый каркас, он весь склепанный. Вверх стекловолокно, поэтому дальше вот стекловолокно приклепано и дальше нету ничего. А здесь все проклепано. И за счет мягкого пэда, я когда подхожу к этим клепкам, он не ударяется об них, он раз сверху объезжает и потом остается вокруг клепки не зачищенной. И я прохожу уже
скафпетом, скотч-брайт такой мягкий. Мягкая штучка, я вам сейчас покажу ее. Вот такая вот ерунда. И вот ей потом вокруг клепочек хорошо чаем. Но это красный под грунт, а под покраску серый будет. Так что такой вот аппарат, значит, вы раньше многие видели его. Очень простой обслуживание, воздух подсоединяет. Двойной dual action, как бы двойной этот, у него он вот так вот входит, то есть он вот так входит, да, вращается и вот так вот входит, то есть он получается такими местами, он не просто крутится, видите, он, если его держать, он просто крутится, я его держу рукой, да, и он так вибрирует. Если руками защищаю, то есть где машинка не может зачистить, там на мокрую защищаем. Значит, на зачистках и на мокрую. Но в основном работаем на сухую. То есть я всю эту кабину буду защищать на сухую вот этой машинкой. А, где надо почистить, там где не подлазит бумага, допустим, да, то там мы зачищаем обыкновенно вот этим вот мягким скафпедом, не наждачкой. А, редко бывает защищаю на мокрую наждачкой, но очень редко. Этот трак полностью делается. Итак, друзья, я хочу вам показать машинку такую. Я ее называю эрейсер, то есть стерка. Значит, этот круг, он резиновый, полностью резиновый. И машинка, значит, она не сильно оборотистая, но у нее очень большой, как бы, торг, я не знаю, как его называть. Ну, в общем, вот такие вот вещи, как, допустим, вот эта вот лента. Потом вот эта вот двухсторонняя лента. Ее содрать отсюда очень тяжело. А вот эта машинка сделает это за меня. Все работает от воздуха. Абсолютно ушла. И дальше это немножко посложнее, потому что она более такая, у нее мощная наклейка специально, что она долговечная, например, да? Поэтому она сложнее будет, но тоже убирает. Потихоньку стирается, но за счет того, что у нее пластиковое покрытие, как бы, да, у этой наклейки, она ее очень сложно стирает. Хорошо было бы, конечно, попробовать оторвать этот верхний слой пластиковый, а нижний слой самой наклейки он срывает без проблем. И также любую наклейку, там, знаете, какая-то цифра там или еще что-либо долго даже находилась, ее не лезем, тяжело, чтобы не поцарапать, допустим, да, она краску не портит. То есть это можно делать на обыкновенной машине. Ленту любую убрать без проблем, не портит краску, ничего, просто протираете потом обезжиривателем, вот, или водичкой хорошо промываете, и все. То есть оно это без всяких проблем. И вот я сейчас все это дело уберу и буду продолжать дальше зачищать. До резина, видите? Остается после круга.
его хватает довольно-таки много, и он стоит $14. 14 копеек, там 15 баксов, в общем. А, зависимо, что вы с ним снимаете, но он может служить долгое время. Так что вот так. Такая у меня другая, которая не мягкая, то есть она твердая. Я ее под шпаклевку тоже пользую. Вот. И вот такие вот бумажки. В рулоне 400, она клеющая. Не та была, значит, как валкро, да? Как такая, знаете, липучка. А это клейкая, то есть обыкновенная клей. Такой рулончик, здесь 100 штук, цена 25 баксов, тоже хватает надолго. И тут ровные места я изучаю для машины. Еще кому интересно, эта машинка имеет несколько оборотов. То есть это самые низкие обороты и выше. То есть низкие до высоких оборотов. Это по зачистке. Видите дырочки, да? Где лобок крепился. Я поставлю клепки, чтобы было по заводскому. Клепки — следующий вариант. Пришлось купить специальный такой вот пистолет для клепок. Называется Hawk Rivet Gun. У него здесь такая система мощная. Внутри жидкость залита. Если не ошибаюсь, трансмиссионка. И она воздухом давит клапан, трансмиссионка вытягивает. Ну, в общем, тут целая система. Этот пистолет очень дорогой. Если новый покупать, он стоит от 3000 долларов где-то до 5000 баксов. Этот пистолет допотопный, он очень-очень старый. Я не знаю, он 80-х годов, наверное, был уже отремонтирован не раз. И я его взял бэушный, и он мне обошелся 500 баксов. И он пользуется, значит, такие вот следующие клепки. Значит, вот такие вот. Это все родное петербиловское. Значит, вот такие вот клепки. Это другая, это автомаркет, как бы не заводские, но подзаводские. То есть это то же самое, что завод пользует, только они пользуют металлические, я алюминиевые пользую, чтобы они не ржавели. Значит, размер 3/16, алюминиевые клепочки, шайбочки, да? И вот такие вот сами клепки. Значит, тоже 3/16, алюминиевые, значит, такой штырь. Значит, смотрите. Это не резьба, это просто кольца, такие нарезные кольца, то есть, чтобы оно держалось. И он одевается очень легко. То есть это не гайка, что она закручивается там или еще что-то. Просто он одевается очень легко, да? Значит, его просовываешь через дырку, с другой стороны одеваешь
шайбу вот эту, потом заряжаю пистолет. Несколько секунд занимает, он набирает воздуха. И значит, смотрите, когда работает. Засовывается сюда вот. И вот этот механизм, значит, если вы будете смотреть отсюда, да, видите, он не залазит до конца. И вот когда я нажимаю, то вот эта часть держит, а та часть тянет 4. Вот смотрите. Оп. И сразу же его обрывает. И обратно возвращается. Вот такая вот система получается. Смотрите, значит, был, его обрывает, вот это вот сжимает сильно-сильно, и на вот этих вот кольцах оно держится очень сильно, и вот между ними получается металл должен быть. То есть их сейчас разорвать нереально. Вот такая вот мощная клепка. Сейчас вам покажу. Значит, я вставляю сюда 4. Окей. Внутри. Вот так, и смотрите. Раз. Вот так вот влево-право и все. И вот так он выглядит внутри. И вот если посмотрите, вот здесь сними. Вот это завод делал. Вот это завод. И дальше все снимаю. Ага, дальше завод. Вот это все заводское сделано. Вот это с улицы проклепано. Вот здесь мы проклепывали вот эту часть. Вот это и вниз пошла. И вниз, вниз, вниз. Вот это все мы проклепывали. И вот это вот тоже мы проклепывали с этой стороны, видите? То есть вот это раз, вот это завод уже, видите, она такая немного другого цвета. То есть у завода немножко обрезан штырь посильнее. У нас длиннее штырь торчит, но штыри можно обрезать потом. И вот с улицы выглядит вот так. Все. Как заводская. Вот, пожалуйста, заводская. И вот моя. Абсолютно одинаковая. Вот это вот уже... Вот это вот мои, смотрите. Вот это мои, вот это мои, вот это мои. А вот эти 4 завод. Вот вы сможете определить? Абсолютно одинаковые. Такие же, как заводские. И вот это все. Вот, пожалуйста, еще пример вам. Вот этот ряд завод. А этот ряд мы окно вставляли, это ряд я делал. Вот сверху видите, новый вот этот ряд я провел. Раз, и потом пошли мои вниз. А вот это стало все заводское. И вот они вот так вот выглядят, эти клепки. Чисто завод. Так что сейчас я проклепаю. Тут 4 клепочки, и на другой стороне 4 клепочки проклепаю, чтобы оно выглядело все по-заводскому. И буду продолжать ее зачищать.